Сегодня буду готовить полезные и очень вкусные конфеты из сухофруктов. Конфеты я буду готовить двух видов. Первые будут с финиками и семенами подсолнуха. Вторые будут с изюмом, с курагой и с домашними яблоками. Ингредиенты, которые я буду использовать для конфет. 150 грамм фиников, 60 грамм семян подсолнечника, 6 столовых ложек кунжута, 100 грамм изюма, 100 грамм кураги, 1 чайная ложка меда, 20 грамм домашних сушеных яблок без кожуры, 50 грамм орехов. Можно использовать грецкие орехи, миндаль, у меня фундук. 2 столовых ложки мака, 4 столовых ложки кокосовой стружки. В первую очередь все сухофрукты я заливаю холодной водой и дам постоять им 5 минут. Семена подсолнечника поджариваю на сковородке до золотистого цвета. Спустя 5 минут сухофрукты можно мыть. Я их мою холодной водой, после чего заливаю такой теплый, не горячий. Все-таки они должны быть полезными. Оставляю сухофрукты замоченными в воде еще на 5 минут. Фундук поджариваю до золотистого цвета. Из сухофруктов я слила воду. С фиников достала косточки. Теперь все сухофрукты я высыпаю на полотенце и оставляю их высыхать. Итак, я уже подготовила все сухофрукты, орехи и семечки. Теперь непосредственно можно уже делать конфеты. Первые конфеты я буду делать с финиками. Для этого финики нужно хорошо измельчить. Я буду использовать блендер, можно использовать мясорубку. Измельченные финики добавляю в поджаренные семена подсолнечника и перемешиваю. Теперь можно формировать конфетки. Я буду делать такие шарики небольшого размера. И складывать на тарелочку. Масса для конфет выглядит, конечно, не очень аппетитно, но поверьте, конфеты получаются невероятно вкусными. В процессе формирования руки можно слегка смачивать водой, тогда скатывать конфетки будет легче. Теперь эти шарики я буду обкатывать в кунжуте. Кунжуток хорошо прижимаю и выкладываю в лоток. Теперь в одной миске я смешаю курагу, изюм и домашние яблоки. Изюм обязательно должен быть без косточки. Домашние яблоки можно заменить черносливом. Но я считаю, что именно домашние яблоки самые полезные и вкусные. Теперь можно измельчать. В измельченную смесь сухофруктов добавляю 1 чайную ложку меда. И хорошо перемешиваю. И эта масса для конфет более липкая, нежели предыдущая, поэтому формировать шарик я буду с помощью 2 чайных ложечек. Беру на ложечку сухофрукты, вовнутрь окунаю орешек и второй ложечкой закрываю. Обкатывать буду в кокосовой стружке, кунжуте и в маке. Конфетки уже готовы, их можно кушать прямо сейчас, но я рекомендую их поставить в морозилку на 2-3 часа, после этого они станут еще вкуснее. Закрываю судочек крышкой и отправляю в морозилку. Спустя 2 часа конфеты готовы к употреблению. Их не нужно.
нужно размораживать. Внутри они остались мягкими. Из-за того, что сухофруктов отсутствует вода, они внутри не замерзают. Поэтому их можно сразу же кушать. Из исходящего количества ингредиентов у меня получилось 57 конфет. Они очень вкусные, полезные и ароматные. Рекомендую хранить их в морозилке. Друзья, на этом все. Кому видео понравилось, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал. Я желаю вам хорошего настроения. Пока-пока!